Прощальный вечер со школой прошел для фокинских выпускников. На городской площади в торжественной обстановке выпускникам вручили аттестаты, медали и грамоты. Поздравили с прекрасным и немного грустным праздником. Традиционно под нежные мелодичные звуки школьные пары прокружились в школьном вальсе. А в завершении вечера для ребят прогремел праздничный салют. Совсем недавно отгремел последний звонок 2019, когда выпускники последний раз услышали звон колокольчиков, вызывающих их на урок, попрощались со школьными учителями и всем, что целых 11 лет было для них так дорого. Рубежной чертой в этом марафоне стал школьный выпускной. У выпускников Фокина этот вечер прошел на городской площади под мелодии про школьные дни и годы. Ребята получали свои долгожданные аттестаты. Эти моменты задевали струны души каждого, кто присутствовал на этом вечере. Глава городского округа Александр Баранов сердечно поздравил всех выпускников, пожелал им успехов в будущем и настоящем. Дорогие выпускники, уважаемые родители, педагоги, я от всей души и от имени всех наших жителей поздравляю вас с таким знаменательным событием, как выпускной бал. Сегодня вы получаете аттестаты, и уже многие определились, куда с этим аттестатом вы пойдете, в какое учебное заведение, на какое предприятие и так далее. Сегодня для вас это не только окончание школы, но это старт и первый шаг в новую жизнь. Я хочу, чтобы каждый из вас вот уже сейчас определился со своим будущим, кем он будет, что он должен достигнуть в своей учебе, работе и так далее. Но все это у каждого свое. Но у всех у вас должно быть одно. Это сохранить уважение, любовь к своей школе, к нашему городу, к нашему краю. Многим ребятам, конечно же, не верится, что мелодичные трели школьных звонков уже остались позади, а впереди взрослой жизни страницы, по которым они будут двигаться к избранной цели. За ребят, несомненно, переживают сейчас и родители, и педагоги. Каждому хочется, чтобы все нашли правильную дорогу, стали счастливыми и достойными людьми. Александр Штобы также искренне поздравил всех выпускников с прекрасным, неповторимым праздником. Юноши и девушки, уважаемые выпускники, родители, учителя, поздравляю вас всех с этим праздником, с этой вехой в жизни ваших подопечных, ваши выпускники личной жизни. У вас до этого было все одинаково в автобиографии. Родились, поступили, а вот сейчас вот закончили, и дальше у каждого своя жизнь. Но я все-таки хочу, чтобы, пройдя учебу, как вспоминается песня, долетев до самого солнца, домой возвращайтесь скорее. Город ждет вас, ваши знания, для того, чтобы в нашем городе было жить хорошо. Самым волнительным событием вечера, конечно же, стала церемония вручения золотых и серебряных медалей. Как и в предыдущие года, наши фокинские медалисты порадовали достойным результатом. Также многим выпускникам вручили благодарственные грамоты за активное участие в развитии молодежного добровольческого движения и за активное участие в реализации молодежных проектов на территории городского округа зато города Фокина. В этот волнительный для ребят вечер звучали самые теплые слова от близких и друзей. И все же трогательным поздравления выпускники получали от родных, родителей, ведь именно они всем сердцем и всей душой переживают за своих уже взрослых детей. Взрослая жизнь всегда необычная и всегда неожиданная. Мы ждем от нее, конечно, большего, и это немножко восхищает, как бы непредсказуемость какая-то в этой жизни будет. Поэтому нужно жить сегодняшним днем и думать о будущем, и совершать большие поступки, достигать высот, которых, может быть, далеко не видно, но достичь нужно. Спасибо и в добрый путь всем. Ну это же невозможно. Такую красоту отдавать куда-то. Зачем их куда-то отпускать? Не хочется никак. Это же самые дорогие, самые лучшие. Хочется только пожелать мира, добра. Даже солнце, казалось, особенно светило для фокинских выпускников. Под ласковыми лучами солнца каждая школа продемонстрировала свой прощальный школьный вальс. И кружил этот вальс выпускной не только самих танцоров, но и зрителей, которые с замиранием сердца смотрели на красивых, счастливых юношей и девушек.
выпускников множество планов, событий, свершений. Каждый уже поставил себе цели и, несомненно, их осуществит. Наконец-то рада, что все это закончилось. И надеюсь, что все будет хорошо в дальнейшем. И какая-то грусть все равно есть, что я закончила школу. Все по-новому будет как-то. Это было очень круто. Я всем довольна, мне все понравилось. Все только хорошее настроение. Быстро очень пролетели все эти года. Прям не верится, честно говоря, до сих пор. Но в будущем ДВФУ, по Владивосток пока. А там посмотрим. До сих пор не верится, что мы все-таки отучились и заканчиваем в этом году школу. Как нам всегда казалось, что мы всегда будем в школе учиться. И это до сих пор невероятно. Мама, папа, друзья все со мной. Чисто благодарен я им очень. Вот фотоют меня. Я желаю вам удачи, терпимости, да, и чтобы удачно поступили, и все по кайфу так было. Всем счастья, удачи, чтобы все в жизни получилось, и все было хорошо. Выпускной вечер прошел на одном дыхании. Аттестаты в руках, школьный вальс позади, а впереди длинная, интересная дорога. Совсем немного в этом году в праздновании выпускного вечера отошли от традиций. Не улетели в небо белые голуби и воздушные шары. Все было намного эффектней и громче. Для выпускников 2019 года в вечернем небе заблистал яркий праздничный салют. Именно он завершил этот эмоциональный вечер и оставил в памяти самые добрые воспоминания о лучших школьных днях. Оказалось, это больно, школа. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Годы школьные промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим бригадам. Школа, я не верю, что прошло все без возврата.